Здорово. Что, у нас там дропы получается, да? Незначительные дропы в 25%. Ладно, в 30% уже. А мы продолжаем прохождение Darksiders 2 Definitive Edition. И мы на арене, да? Ну, я думаю, можно, в принципе, здесь ничего интересного сейчас не будет, я думаю, такого, поэтому можно и допустить, да? Незначительное количество потери кадров. Только незначительное, да? Так, это мы заберем сразу. Не знаю только зачем, но мы заберем. Ну, коль дают. А, я не могу зайти. А, соответственно, что? Невозможно. А если вот так я сделаю? Вот так вот возможно. А что, у меня золото не подобралось? Странно, когда золото иногда подбирается, да, когда не подбирается нифига. Я за 2 секунды до нажал хилку. Когда только мне сбили, я нажал в бок. Почему она не принялась? Ну, жаден, надо было нормально пить, и все. Что-то я фигню страдать стал. Да, фигню стал страдать. Блин, опять отсюда что-то? Ой, чуть реально? Ну, привет. Ой, отлично, тебя открытие нет, да? Ладно, есть одна. Да, они действительно рандомно падают. Могут упасть, а могут и не упасть, да?
Также и золото, да, то падает, то не падает. Нормально. Печально, что, конечно, 3 хилки всего осталось. Ну, сойдет, на самом деле. Ничего страшного. Понятно. Блин, там надо было еще эти разбить. Штукенцы. Я не могу. Главное выполнить. О, босс. Ёб тебя.
Вот хилочка. Все забираем, получается. Дроп не уходит никуда. Ну, 4 хилки, кстати, нормально. Хватит. Получается все. Вчера заходил на стрим. Это нормальное явление. Что-то. Да извращенцы и девственники смотрят такое. Девчонки чисто лутают бабки. Че, может мне хилку где-нибудь дадите? Столько объектов можно было разрушить и хилок насобирать. Сейчас нихера нету, да? Нет, подождите, что-то есть. Угу. Ноп. Ладно же. Это чемпион получается. А как его? Что с ним делать? Это чемпион.
Чё он нахиливается? Как он? Не понимаю. А, понятно. Чё, как его в контроле? Да ёпта. Ой, а чё, так можно было? Ой, блин, чё там у меня для потери-то? Это, давай это, потери, распотеряйтесь. Скорость. Блин, ну чё, с самого начала, что ли, удушить? Ё-моё. Ну, дождь, конечно, дождь. А что произошло? Можно скипнуть этот момент? Пожалуйста. Ну скип, ну скип. Ну скип. Да, блядь, что за хитбук? Как это вообще контролит? Мне нужно больше ярости. Да, блять. Ну как?
как это делается вообще? Реально, что ли? Что у нас там? 26 потерь? Нормально. Золотой череп. Приз, который вы получили. Золотой. Филку бы сюда. Клык Хауса. Эти кусы несут себе отчетливые отметины четырех всадников, известные как Клык Хауса. Они наносят огромный урон тем, кто посмеет бросить вызов смерти. Они во многом сходны с оружием войны знаменитого пожирателя Хаоса. Чё за косы? О! 20 крит 200. Все. Блин, тут молот был похлеще. Даже одеваться, короче, нормально. Был чемпион, нет чемпиона. Знаете, там что обидно? Что столько было хилок на пути. Теперь у меня их одна. Была целая куча. Изначально. Ну все, получается. Идем к королю. Блин, задолбали дропы. Че вы дропаетесь, а? Где скорость? Что за потери кадров? Насколько они потери кадров? Нифига себе лагит, да? Блин, ну он такие. Ну ладно, раз где-то в несколько, раз
полминуты где-то происходит пролаг. Действительно. Тут я соглашусь. Я ничего поделать не могу, не знаю, почему у меня дропы идут. Или все остальное нормально. Даже трансляция нормально идет. Странно, что никакой цены не было, да? Я все-таки же победил чемпиона. А мне даже ничего не сказали. А что было ниже, кстати? Мы ниже вообще ходили? Неужели это выход в город? Не помню такой вообще локации, если честно. Карта говорит. А, ну да, нас тут не было. Неплохо. Кстати, у меня же там очки есть, умения, целых две штуки. Почему мне никто об этом не говорит? Удары приносят 5 единиц. Следующий уровень. Давай.
Давайте 7 единиц жизни пусть приносит. Вот эту дверь я вроде бы помню. Расселена Левиафана. Мы сейчас просто назад перенесемся, потом просто, да, наверное. Все понятно. Так, чувак. Ну-ка, дай-ка нам... Что-нибудь мы тебе купим. Две штуки. Неплохо. Ну, да, ты бы получил место в моем войске. Да-да-да-да-да, конечно. Столько было бочек, а? Разрушено. Столько всего. Столько тут хилок было. Жесть, конечно. Не счесть, просто были... Хилками было завалено все. Зачем я их ломал? Зачем я их ломал? О, найс. Ну хоть что-то оставил. Ладно, две хилки, тоже нормально, да? Выбирай, что любо твоему сердцу. Че, можете продать что-нибудь? Вот это 30 всего лишь. 13.
Че, давайте зеленку им продадим. Да и белый тоже продадим. Иди-ка сюда. У меня есть бабки. Все у меня есть. А я так надеялся, что ты не вернешься. Понял, Магрид. Тогда что стало с чемпионом арены? Он больше не будет тебя развлекать. Нет, не может быть. Я полагаю, теперь король примет меня. Я не могу тебе воспрепятствовать. Жаль, а я только начал наслаждаться местной атмосферой. Значит, ты пробыл здесь слишком мало. В моем королевстве миллиарды душ. Человеческие души, жаждущие обещания. Но я вижу, тебе уже знакома эта музыка. Что тебе нужно от меня, всадник? Укажи мне путь к источнику душ. Что ты там хочешь найти? Власть над жизнью и смертью? Или ты надеешься на прощение, брата-убийца? Интересно, куда попали души твоих братьев? Я не видел их в своем мире. Твой мир не нуждается в новых постояльцах. Ты прав. Сейчас мне приходится разбираться с этим сбродом без своих лордов. Это меня не интересует. Пусть это тебя заинтересует, и я выполню твою просьбу. Найди трех моих бессмертных лордов и призови ко мне. Это заставит их подчиняться тебе. Верни моих лордов, чтобы они помогли мне навести здесь порядок. Господи. Отлучение дает власть над бессмертными лордами. Это я заберу. Че еще скажешь? Не подведи меня, всадник, или ты никогда не вернешься к вечному трону. И твой брат пропадет безвозвратно. Да? Что тебе известно о моем брате? Седьмая печать не была сломана, а он сломался. Его душа в агонии пронеслась через этот мир. Теперь она остывает в бездне, окруженная пустотой и молчанием. Скоро обугленный совет вытащит ее оттуда. Какой был профит? С твоей помощью совету можно помешать. Какой был профит совета?
все стрелки перекидывать на войну и призывать его. Типа зачем? Я вообще не понимаю, почему они не могли просто раком нагнуть этих ангелов и демонов сразу же. И все. Ты еще должен рассказать мне, как попасть к источнику. Я уже устал от всех этих уловок. Если ты ищешь ответы, почему не можешь их получить? Ты выбрал путь, который не служит равновесию, и за это лишился своей законной силы. И пока ты не обретешь ее, ты будешь подчиняться. Вы простите, владыка, если я не буду кланяться. Ну, там же была ситуация, совет кончили, но это да. Ситуация такая, что совет сделал печать, да? А если эти печати будут разрушены при, получается, войне ангелов и демонов, да? То призовутся всадники апокалипсиса и нагнут всех раком. Типа, а до этого момента, типа, всадники будут чилить там в своих мирах, да, и отдыхать. Но ангелы решили, не ломая печати, типа, зарубиться с этими, с демонами, чтобы совет об этом не узнал. Но совет об этом узнал. И специально послали войну для того, чтобы его потом обвинить. То есть я вот вообще вот это вот... Это вот логику я не... Зачем? То бишь, ну вы узнали о том, что ангелы что-то замышляют. Что они специально сломали 6 печатей, чтобы потом в дальнейшем их восстановить. Так вы придите и просто нагните раком этих ангелов, и все. Почему твои лорды покинули Вечный Трон? Они возжелали того, чего не смогут получить. Того, что за гранью жизни и смерти. Забвения. Эти трусы утверждали, что оно уже распространяется и подступает к границам нашего мира. После того, как я наказал их, они сбежали и укрылись в своих жалких замках. Все как у Оксимирона, да? Все переплетено? То, о чем ты говоришь, называется порчей. Называй это как хочешь. Для бессмертных лордов это не представляет угрозы. Мы судим павших с начала времен. И никто не в силах изменить это. Понятно. А вот есть какой-нибудь кристаллик тут? Да. Избей же крови своих врагов. Пойдемте попробуем на халяву купить хилку. А я на халяву не куплю уже, да? Понятно дело, чё там по лорам какие-то, лорды, чё надо вообще? Какие нафиг лорды, где они вообще? Это что такое? Гробница Фариса? Взор часового? Ну понятно. А вот ещё гробница какого-то чувака. Там сейчас просто принес. А здесь почему я не забрал сундук? Почему он здесь не забирался? Что-то было такое, что я не мог его забрать. Эти сундуки, они снизу находятся.
Не помню, почему я этот не смог забрать. Ну, просто перенесемся и все. В принципе, что нам? Что нам, кабанам, да? Идти пешком, что ли? Нет, не идти. Пойдем. Да я уже научился пользоваться кристаллами. Приколисты. Никто не агрессивный. Понятно. Зачем она здесь висит? Для какой такой цели, интересно? А как мы будем поднимать?
Мы его поднимем. Ну иди. Это невозможно. Я только что купил хилки все. Что за прикол? Зачем тут заступаете? Четыре. Разрабы тралят. Ну да. Вот опять хилки выпадают. Когда надо, они не выпадают. Я не могу. То есть они реально. Ну, это невозможно. Это вообще невозможно. Я не могу. Просто бред какой-то. О. А чё они активны стали? Что с ним произошло? Какая-то эректильная функция сменилась, точнее эректильная дисфункция сменилась эректильной функцией, да? Они резко возбудились и напали на меня. Видимо, что-то поднял страничку. Че, ни хрена нету, нет? Все получилось. Что надо делать-то? По одному можно говорить? А, это тут уровни, да? А, ну поехали на четвертый. Еще на третий. Мы сейчас на четвертом. Поехали на третий. А это что за промежуточный уровень?
Не понято. А я не могу туда попасть, да? Что за промежуточный левел? А если я... Ну там дверь, смотрите, очевидно. Как тут попасть? А как туда попасть? Блин, и там дверь какая-то. Да? Ну как это подняться? Да? Короче, надо с какой-то двери до одной выйти, да, видимо. И можно добраться до другой двери. Как это сделать-то? А если я по этой побегу? Можно ли забузить? Не, он не хочет. Ну, поехали вниз же. Ниже. Уходи, всадник, пока еще можешь. Это первый получается. А двери куда ведут? К закрытой двери, окей. Чувствую, у меня день дропов. 24% регулярно теряем. Это дает? Можно успеть там, да, видимо. Карта подземелья, окей.
Первый этаж. Хорошо. Кроме сундука ничего нету, странно. Второй этаж. Видимо, арена с боссом. Третий этаж. Что-то непонятно. Здесь четвертый, есть пятый этаж. А промежуточный какой этаж? Это третий считается за промежуточный этаж, что ли? Что мне предлагаете? Взять эту штуку. Окей. Взял. Кинуть туда. Уйти в эту сторону. Выстрелить из пушки. Поменять на эту штуку. Ага, и успеть долететь. Окей. Невозможно. Я не могу. А тут можно вообще залезть? Это невозможно. Смотрите-ка. Тут можно было по изику залезть вообще-то. Да, и туда можно залезть по изику было. Ну такие сильные девахи, где тут хилка падала-то? Падала она не здесь, да?
А, это за книжкой сходил? Окей. А я думал, нет. А где тогда сундук тут? У меня на голове этот кристалл, да? Ага, камера выше не поднимается, это максимум. Вот, видите? Па, отсюда рано еще. Всей видимости. А что тут закрывало? Ага. Плохо набивается теперь ярость, чем магия. Раньше магичка набивалась быстрее. В зависимости от врагов, наверное. Ай-яй-яй-яй. Ай.
Да ёб тебе, я нажал. Я увидел, что меня бьют, и нажал хиляться. Ну ладно, это было поздно, конечно. Жадина. Вот на предыдущем уровне у меня прям полоски магии набиралось очень быстро на предыдущей локации. Ну, имеется в виду в этом. В первом мире, да? Здесь же вообще какой-то лютый трэш. Да, уходи, уходи куда-нибудь. Я б тебя ни херна не вижу. Что происходит, блядь? Недостаточно ярости. Да, надо делать другую вещь. Мне нужно больше ярости. Смерть неминуемый факт, особенно бесспорен при встрече с жнецом. Смерть может удерживать этот облик дольше, когда выходит из него, а в завершении обрушивает свою мощь со всякого. Я забыл, что он еще был. Thank you.
Блять, это что, с самого начала, что ли? Чего не отхилялся? Блять, с самого начала. Понятно. Это невозможно. Душное место, конечно, оказалось. Ну ничего. В шахматах, да? Главное грамотно разыграть партию и все. Так-то ничего сложного оказалось.
Так, откуда мы пришли? Отсюда? Да, вроде бы. Или оттуда? Ну, нам сюда. Так, мы добираемся сюда, да? Что здесь? 8 кристаллов. Конечно, хорошо. А вон и сундук, кстати. Есть рычаг. Окей. А зачем это нам надо? Вон оно что. Еще им предлагаете обратно идти? Они мне предлагают обратно идти.
Как сюда попасть? Закрытое помещение какое-то. Может, открылось? Как туда попасть? С другой стороны, вроде как можно что-то сделать. Значит, а сверху надо туда попасть. Интересно, интересно. Ну, а походу обратно идти. Интересно получается. Тык-дык-тык-дык, да? Так, ну чё, второй. Сейчас не понимаю, это куда я смотрю вообще? А, сюда. Ну, босс, да? Победите форсира, хорошо. Ты мешаешь мне спать. Не стоило тебе вылезать из могилы. Бляха. Ну, убивает моментально, конечно. Я не успеваю даже отхиляться. Потому что надо заранее хиляться, чё же я...
Нифига себе, это кто бы так нашуковал? Сейчас понятно, что нашуковал. Так, стоять. Да ёпта. Жди, блядь. Да, блядь. Да. Тогда я отведу тебя к твоему королю. Я в твоем распоряжении. Все. Чего отлучение? Чтобы вызвать бессмертного лорда, используя отлучение в круге призывания, бессмертные лорды могут проходить через решетки и взаимодействовать с предметами. Бессмертные лорды будут самостоятельно атаковать ваших противников, бессмертные лорды превращаются в камень, чтобы давить на блиты. Нет камней? Нету. Я повинуюсь. Ну иди. И чё? Как прикажешь. Понятно, пойдем. А на чертом тоже что-то было или не было ничего вообще? Ничего, нам вниз, короче. Давай, нажми на кнопку. Молодец. Опа, это что такое? Какие-то перчатки. Так, почему ты не можешь? Что там у нас по... Ой, ё-моё. Ну давай тогда будем кормить кому. Улучшить. Кормим.
все белое кормим, да, да и зеленка можно все кормить, в принципе. Что там по оружию-то? Это оно. Улучшены будут следующие параметры. Защита. Сила. Сила давай. Подожди. А, у него 10 левел, все. Улучшать нельзя. Так, а что там говорили? Почему не могу тебе поднять? Окей. Говорили, что можно вроде бы выкинуть оружие и опять его качать. Я не могу. Это невозможно. Давайте попробуем. Со мной не пользуюсь. Но круче, да? Бросить. Я бросаю. Обратно понимаю. И теперь я могу. Где вот он? Вот он, да? Я могу опять его улучшать. Че, можно бесконечно качать, что ли? Че выбираем? Крит? Да, крит выбираем. А почему крит уменьшается? Вот в чем проблема. Не открыт, 26 стало. Что-то я не могу вообще понять, что происходит. Ну-ка. Где ты там? Улучшить. Ой-ой-ой, что за молот такой? Сколько он наносит дамага-то? Ну давай скушаем. Так, что-нибудь еще говняное, что-нибудь съесть. Защита. Сила 32. Ну-ка дайте-ка я молотом кого-нибудь бахну. Смотрите, молот-то говно. Ну, смотрите, давайте нанесем удар. 734. Да? Мой старый молот. 557. 567. А может быть и лучше, на самом деле. Но у него прибавка к силе 100% просто. И сила отпора 50. Ну ладно, давайте его таскать, еще не знаю. Что я там подобрал? О, можно башмаки скармливать. Сила крит. Пусть крит больше будет.
может быть, на самом деле он неплох. Где сундуки? Под нами, что ли? Я одну хилку делаю. Только золото. Было бы у меня 5 хилок, я уверен, что у меня бы они падали. Иди сюда. Я повинуюсь. Давай, вставай. Да. Сам конец. А мне опять здесь надо, да? Или что? А все разрушено, да? Все разрушено, все поломано. Все цело почему-то.
Ну ладно, нормальная пушка, кстати, оказалась. Пушка оказалась неплохой. Недостаточно ярости. Хотя бы одного убил. Я правильно понимаю, что мы туда ходили ради того, чтобы просто залутать сундучки? Да? Походу, да. Ну ладно. Было весело. Вот, если вроде то, что мне ни хрена ничего нормального не упало, вроде бы, да?
Так, вот это мусор, мусор, да? Зеленка, синька, давайте кормить тогда. Сила. Сила. Опциональное место можно было не идти на самом деле, да? Ничего мы там интересного не нашли. Только проблемы. Один генерал есть, осталось еще сколько? Двое или один еще остался? Хорошо, смотрим, куда нам идти. О, ну да, понятно. А ну вот еще один лабиринт. Судьи душ. Кстати, у нас какие-то эти есть. Я еще нашел. Это свиток. Уровень первый, блин. Уровень один, уровень два, уровень два, уровень три. Пять, шесть. Что это такое вообще? В лабиринте судьи написано, кстати. Лабиринт судьи вот здесь вот, да, получается? Или вот здесь вот? Это город мертвых. Почему не забрал этот сундук?
Там же телепорт, да, нужно было? Или как раз не нужны телепорты, а нужен был этот. Телепорт нужны были. Не помню, ладно. По-моему, телепорт нужны были какие-то. Что я не могу понять, что он такой-то? Ну, он там рычаг дернул. Как прикажешь. А если бы я с другой стороны пошел? Почему красная? Что за красная? Или не показалось, но какое-то красное упало. А, это демоническое, наверное. Или нет? Не, нифига. А вот, кстати, одержимые рукавицы. Действительно, они были демонические, да? 16-го левела. Что-то у него крит 630. 13, ну отстой, вообще посмотри с молотом. Улучшить.
Кушай, кушай. Урон, холод. Ну, типа рофл, он же не будет меньше урона холода. Ну, да, защита пусть будет. Сто пять защита. Хорошо. Это мы забираем. Ну прям неплохо, да? Ну, на самом деле, надо уже заканчивать, да? Да, действительно. Давайте на этом закончим на сегодня. Спасибо за внимание. Увидимся. Пока.